И падет величие человеческое, и высокое людское унизится. Так говорит пророк Исаия. Человек, льстящий другу своему, расстилает сети ногам его. Так говорит мудрый Соломон в притчах. Кто такой льстящий другу и что это вообще? Гордость. Гордость, стоящая рядом с тщеславием, эгоизмом и обидчивостью, есть грех, на который люди часто смотрят сквозь пальцы. Это приводит к печальным последствиям. Французская писательница Стайль сказала перед смертью: «Знаете ли вы, что умирает в человеке в последнюю очередь? Это любовь к себе». Более всего Бог ненавидит гордость, так как она приводит к тому, что человек хочет занять место, которое по праву принадлежит Богу. Гордость нарушает наше общение с Богом и приводит к наказанию, ибо Библия нам говорит: «Бог гордым противится». Тот, кто льстит своему другу, оказывает ему плохую услугу, так как возвышает его гордость. Только Бог испытывает сердца, говорит Библия, и может праведно судить наши слова и дела. Он знает наши тайные мысли и мотивы. Ничто не скрыто от Него, все обнажено пред очами Его. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Так говорится в посланиях к Коринфянам. Мы должны почитать других выше себя, и в то же время мы не должны льстить им. Мир вашему дому. Аминь.